Опять люди стоят. Я смотрю по гриду, и передо мной людей больше, чем позади меня. Я стою тут 37. А, то есть вот это я понял. Ну ладно. Давайте, пацаны, удачи. Давай, Витяй. Спасибо. А, ну да, 27 я должен стартовать. Че, 27-м, ты подумал? Реплейтинг выше, минуту надо? Блин, ёбаный в рот, угадайте, кто рядом со мной опять, лагающий Соколов. Сколько бенза доливать, интересно? Ну... Я думаю, что одного клика хватит. Ну, да. 3 литра? Ну да, 3,8 там доливается. Ну, блин, это почти 4 литра, это как бы, если чё, на 5 бака. Ладно, удачи. Удачи, ребят. Чё-то как-то быстро, я даже не успел испугаться. Я говорю, грит минуту всего. Грин. Да нет, перейдь между гонками маленькими. Там уже шашечки, тихо. Чё Вася творит-то? Ой, пец. Бля, Логи, а как тут шашки там успеть? Я боюсь, Тихон, я боюсь. Тормози, тормози, сейчас разберемся. Там уже пошли. Ладно, Филиппок, бля. Честно, Женя за этот слоудаун не получил. Нет! Бля. Тихо. Так, я заспинился. Люди гибнут. Надеюсь, машина целая. Хоть машина только целая была. Сколько минут на этой гонке, чё бы не это сам. Не устроить замес. Да твои мать. Тихо, ну я бы тебя пустил, но... Тут как-то не скаки пока. Ну, Денис, блин. Блин, кто меня развернул, интересно? Полетели в Т6, как всегда. Это вид рукавицкий был. О, блин, он задом чуть не сдал. На этот раз. Блин, я надеюсь, я не сильно повредился этим ударом. Это ты был? Я в Т1, в Т2, там, когда все встали, я там в кого-то носом ткнулся просто. Тихо, ты жив? Вроде не сильно. А позиция? Сейчас узнаю. Да блять, что ты делаешь? Блин, я 24-й уже. Был 8-й, стал 24-й. Я 28-й, хоть я пропустил пол пелетона. Кто-то движок, что ли, взорвал? Да. Это этот... Бангесберген. Блин, там, кажется, персонов редкостный неадекват, блин. Жесть просто. Семен Слепцов тоже так себе пилот. Да, персонов удваиваю. Он что-то, он меня бомбанул в Т1, при том, что я не оставлял места на инсайде, он по песку пошел меня бомбить. Поставил типа выбор, мы сейчас оба скрашимся, либо ты меня пропустишь. Привет, Серега. Ой, еще один Гизберген. Ну там Звоздецкий едет. Звоздецкий и Буковецкий. Логи, что делать будем? Можешь немного меня пустить? Давай. Спасибо. Логи, а ты сейчас где, в каком месте? Через одну машину от тебя. А, я понял. Там кто-то летает, лагает. Да, это Андрей Соколов, наверное. У него как интернет мобильный, что это ли? Это логин ты не от Андрея, это от меня. Скорее всего. Нет, я вижу логи в F3. Это Соколов лагает, он прям передо мной сейчас. У него это, говорили, то ли по вафлю, наверное. Паша, ты меня проехал, когда вот персонов учудил. А, да? А, да, точно, да, ты что, да. Спинился, я забыл. Ну, я выловил в итоге, но я до полной остановки, да. Мне не нравится, что у меня шестинка. Уже. Мне чуть не нравится, что тут человек 8, наверное, вместе поворот первый проходит. Мне, блин, в жопу доехали за то, что передачу включить не мог. Сейчас? Да, на 4x. Сколько у тебя всего? 8.
хорош. Ты меня ж в это затолкали в Т1, точнее, уже ближе к Т2. И развернули в песок. Ой, Паша. Блин, да там танцов. Подлез я, не справился. Я причем не понял, почему передача вообще не включилась. Звездецкий ушатал кого-то. Он меня чуть не ушатал. Грязно. Давай, приезжай, приезжай. Ты вообще помятый. Да? Да. Нет, я просто тормозил, потому что тут устроили хуйню. Нет, я говорю, ты помятый прям. Ну я понял, но охуенно. Да, давайте подревайдем, ребят, почему нет? Блин, впереди. Там, впереди. Танцов Крэш чуть не это самое не замутил. Это что за Фёдоров? Ну это пиздец, у меня уже 10 инков. Я не доеду эту гон. Тут... Мне колесо сломал. Какой-то придурок. Надо, наверное, Игоря пропустить будет. Олег, блядь, это ты чё? Давай, Игорь. Я думаю, я знаю, что я сделаю. Чё, блядь, происходит? Чё, Андрей, ты поедешь в пиз сделаешь? Да. С репочинкой и по свободному треку поеду, если люди будут все равно все пытаться, если бенза не хватает. По-моему, хватает бенза. Да? Вот мне на 27 кругов еще осталось. До гонки явно меньше. Это, кстати, хороший вопрос, но сколько гонка будет длиться, наверное, надо было посчитать. Ну, кругов 25, 30, ой, 27. Уф, хватит, короче. Проблема в том, что у меня колесо теперь сломано. Я серьезно, как из обезьянников все вылезли, все бомбят. Причем бомбят как капец. Вот Олег, ты же адекватный чувак, блин, какого хера? Тот самый Лоди, давайте, типа, самый, не будем оскорблять других участников. Ну, блядь, он... И давайте сделать большие филды, это же весело, и большие лейеры. Ну, большие филды, это весело. Нет, просто если ты сам за эту инициативу, я не понимаю, какого хуя с этого бомбить теперь. Я бомблю не с того, что филды большие, а того, что они как неадекваты едут. Блин, у меня машина в повороты не попадает. Хоть у меня реально уже. А ты не поехал чиниться, что ли? Нет. Я опять через одну машину через тебя. Опа, ребята. Что такое? Ну, сверху надпись интересная. А. Ну что, Зайцев один из лидеров? Тихо, на у тебя как? Ну уже нет. Вообще. У меня пока нормально. Уже Зайцев бессменный. Ну, последнее время сменный, он последние два чампа проебал. Хорошо, бессменный боец за чемпионство. Ну, типа. Я так думаю, что топ-3 он наверняка будет. Какого чёрта? Я тоже это хотел бы сказать. Ты видел, что Денис сделал, блядь? Да. Пустишь меня? Я сейчас его буду бомбить, блядь. Блин, Джефферс, у меня мало инков тоже. Иди нахер, блядь! Пипец просто. Сука, идиот, а. Я внутри. Я, блин, не случайно переключился. Слава богу, нейтралку попал. А тут на третье нормально идет в отсечку. Так я ебал на треть. Что у вас там происходит, Джефферс? Что тут такое столпотворение? Там пец, Денис, блядь. Он опять меня хотел бомбануть здесь. Да, иди, Олег, я лучше. Не меня. Не, я... Было бы весело, если был лимит инков больше. И повреждение выключено. Думаешь, что-то тебя захватает? Да. Ну, вот это тут наэкономить можно было бы. Если сразу знать, конечно. Вопрос, что пора экономить или... Так, ну осталось до финиша около 30 минут. Ой, да? Я сейчас случайно забомбил пацанов. 31 минута. Да, топлива хватает прям. Завались. Сколько кругов мы проехали за 20 минут? Пипец, я еду в темпе 44.
Я 42. У меня... Ребят, сколько кругов в прошлой гонке было? Так, никто не знает. Кругов. Никто не знает, кто смотрит. Я двоим-то дискваловаки. Ну, может, тебе в чате напишу. А? Андрюх, слышал? Ну, я сожалею. Что-нибудь сказать. У меня машина спинится. Ну, я Денису отомстил еще. Ты его спрыгнул? Я его... Нет, я просто в Т1 конкретно бомбанул. Я вот 4 вот эти X получил. О, плюс. Какая тут еще нездоровая тусовка. Перед Пашей. Тут Фобиус еще и что-то немножко боязно. Я вижу, что там туса. Потому что он не очень планирует, по-моему, пускать. Куда он делся? Вот он. Окей. Те самые знаменитые пропуски внутри штопора? Ну, он пролетел, наверное. Не знаю, я чуть не обратил внимания. Он сначала уехал левее на входе. Он как будто бы собирался крыться. Ты со мной... Ладно. Давай, я справа могу остаться. Сейчас, не могу остаться. О, да, наконец-то Соколов сзади меня. Надеюсь, он там и останется. Я просто секунду с круга скинул. На чистой трассе. Но я все равно еду 42. То есть у меня машина явно в плачевном состоянии. Ну еще в погода хуже там. Помни об этом. Тихон, ты сколько едешь? 39. Да твою мать. Блин, слишком много трафика, слишком много трафика. Блять, она не поворачивает. У меня один инглиск. Я и так уже еду, тошню, чтобы просто доехать. Пиздец. Ого. Нормально. Вылетел. Да, катится. Не, нормально стоит. Без Федоров. Блин, Курцанов крылся. Прям вообще очень жестко. Я ему чуть взять не въехал, когда он переключился, видимо, с автосцепой. Потому что там вообще замедление резко было. Блин, немного задесло. Что-то говорит? Я еще передачу, блин, не включил. Ну то есть то, что ты Алексей Муничек развернул, это нормально. Он мне места уже не оставлял. Ладно, это вот, скорее всего, моя вина. Продолжение, типа, сделал. И это, кстати, не было, если передачу включил, потому что я не начал разгоняться, я уже обогнал. Кто лидирует? Блин, мне кажется, это слабо. Да. Мне кажется, ты чуть-чуть пониже нас стартовал, там вообще халва бы. Повыше. А у нас прямо какой-то ад был, это просто. А, жизнь. Не, блин, я вспомнил, меня не развернул. Нормальные движения вообще там. Здорово, лидеры. Сейчас еще Владимир со своим дождем отвалится и. И тогда я буду лидировать. Странно, Янис вроде не из Подмосковья. Сейчас слышу, что он откуда-то из Эстонии. Или из Латвии, или ну откуда-то. Блин, машина вообще разбита. У меня она разбита, и я еще еду, чтобы просто вот этот последний инк не взять. Просто я... в надежде, что вы там все убиваетесь, по крайней мере. Жесть, с тобой. Подисконнектитесь. Как, я 15-й, я 15-й? Ну да, мне надо 25 минут еще брать ни одного инка, прикинь? Нормально так.
маршем. Иногда возникает странный вопрос. Зачем некоторые кроются, когда они едут, ну, там, знаете, на... Намного медленнее. Пацаны, а это самое. Сколько инков в очки и диско? 15-18. Понял. А сколько у тебя? 11. Я широкого боднул, просто вот чутка совсем. Бац, тихо, у меня, ты не поверишь, но у меня больше, чем у тебя. Ты чего? А у тебя сколько, Андрей? 12 или 13, не знаю. Широкого собрека путь. Или он сам будет. Блин, а вы где сейчас едете, тихо? Что? А ты каким едешь? Третий. Вы, оказывается, не так и далеко, как я думал. А ты где? 15-й, да? Штопор. Хуя вас там, бля. Я... Олег, штопор, пиздец. Просто я Олегу шатал. Там кто-то Олег вверх поехал. Я Олегу шатал. Красава. Он разворачивался и ехал обратно вверх такой, знаешь, что-то закарабкивался. Там... Мне передача не воткнулась. Пиздец. Первый раз слышу. Блин, что-то я в треке стал ловить. Блин, сожалею, Дима. Что так происходит? Иди заходи, ты еще там половину гонишь, потому что... Что, жесть какая-то творится, тут сейчас подисквалится еще все. Да, в том числе, опять желтые флаги какие-то. Еще один, что за прикол? Ну, он мог сам выйти. Он и на первой гонке вышел. Ну, это не мануал и дисконнектор. Ну, это кабель дернут. Это Alt-F4, по-моему, также работает. Нет, Alt-F4 мануал дисконнект дает. А вот выключенный комп дает вот это, например. Пипец там народа впереди. Не знаю, у меня, конечно, был Валерий Шквит, но чтобы сразу комп из сети выдергивать, это, конечно, не знаю. Фу. Так. Как же там видосики посмотреть, там остыть? Ну, я один раз из Дотона ливал, выдернув проводок из розетки. Блин, 5 человек подряд едет еще, один по гравию. Капец, ну чё? Там, типа, чтобы обойти систему, которая штрафует ливеров, или что? Нет, она так и так штрафует. Толь, что приколоте на выходе? Хорош. Не, меня там просто в это самое, в конфес сожгли. Вот я вышел сразу отовсюду. Блин, в какую филинию тут пристраиваться? Нет, вставь как будто. Тут в пит поехал. Блин, слепстримы, ну дайте кто-нибудь на внешку, идите. Евсеенко в питах, 11-м был. Еще плюс позиция. Блин, пацаны, 13 инков. Чувак, у меня 17. То есть это вот любая маленькая ошибка, чуть-чуть и все, и ГГ. Я настолько сильно в поворотах замедляюсь, чтобы не получить нигде офф-трек в скоростных. Это писец. Сейчас обидно было. Женя там тоже... В смысле? Ну, у меня машина... В смысле, ты по темпу при этом быстрее меня едешь? Я не быстрее тебя, я от тебя, по-моему, отстаю. 2,5 секунды, вряд ли ты от меня отстаешь. Ну, по-моему, было меньше. Фух, до Руслана 8 секунд. Ну все, короче, мой прорыв кончился. Че, Игорь, это... А, это Лугунов уже. Это... Так, я сейчас на 9-м месте по текущим позициям. Сейчас скажу на черте какое. Скорее всего, 7-й. Офигеть. А кто там ушел? Или ты просто обогнал кого-то? Обогнал кучу, еще там развернулся, что приплет. Антон, привет. Че ж ты с нами не поехал? Какой Антон, Володин? Да. Да, он засыт на мешалке ездить. Духу не хватит. Че-то я Хурсанова догнал, мне это не нравится. Сколько там еще время? Ну, Хурсанова ты догнал, потому что он атаковал меня в штопор, и по итогам я задыфался, а он потерял кучу. Еще 20 минут, может, я даже...
поиграю, да? Блин, опять... Я почти затащил. Дурацкая коробка. Я, может, Руслана догоню, но после вот этого фиг знает. Какого Руслана? Баранкулова. Чем он идет? Шестым. Неплохо так вообще. Ну, он создавал высоко, наверное. А, ну да, точно, они же бомжи там. Там Дима Исаенко, наверное, вообще король. Димы нет. Он кончился, да, все? Максим Алдонин второй едет тут. И Слава Яценко первый. Остальные вроде там высоко. Да, топливо хватает. Ну, и Слава Яйко. Ну, типа ровно половина дистанции, 12 литров осталось. А, ну нормально. Я думаю, после этого этапа намного меньше людей станет. Ну, как всегда, типа вот. Начнутся вот эти пафосные речи, ой, новичковые чемпионаты, до встречи в нормальном скиллованном осени. Вот это вот, как было в прошлый раз после Акаямы. У нас первый этап был на Акаяме до Понтиака. И там был полный пиздец, насколько ты помнишь. Вот. И после этого тоже очень много раз были в стиле ой, пошло оно нахуй. Руханы поганые. Не стоило пытаться обгонять чувака в штопоре. Да, Фил тоже не смог поехать. Фил, Витя. Ну, Витя не сильно и хотел, но его еще и не пустило. Дополнительный повод пришел. Это Витя спрашивал. А-а, Витя. Я думал, он спать уже ушел просто. Бля, я вообще не могу попасть в передачу. Что там такого сложного объяснить, блядь? Спин пошел. Лепесток. Лепесток. Включи лепестки, знаешь. Я гонял. Ты на лепестках со сцепой? Нет. С ножной. Где-то гонял, я не помню. Где. Это же пиздец. Я просто думал, я шифтер подключать. Паша, мне показалось, ты люто пролетел, я не пойму, как ты оказался впереди этой группы. Ты понимаешь, шифтер? Я был впереди этой группы. Как ты остался впереди этой группы? А, я остался, а там, да. По-моему, Константин что-то подрифтил или типа того. Да, было дело. Ну, так мы в итоге с ним, типа, вайпли, что ли. Я Руслана догнать не могу. Не догонять, точно, по-моему. Я очень надеюсь, что я сейчас, как бы, буду вынуждать Константина ошибаться и... Да, у них там замес сзади будет. Все, я тоже очень сильно надеюсь, что вот вся группа передо мной, Паш, прости, без обид, дисквалифицируется. Иди к ты. Мне вот сейчас бороться вообще никакого понта. Чё? Я вот ехать надеяться просто. А, третья. Окей. Ну, может, погода хуже это. Ну да. В штопоре, жопа. Ну, мы уже проехали штопор, спасибо. Я чувака развернул, он как бы немножко поперек трассы был, я еще его пнул как следует. Немножко я пнул как следует. Не, ну он уже поперек трассы был, то есть ему все равно. Вот мне не все равно, мне 4 икса дали. Пацан в одном инциденте от дисквала. Ну это хоть беги пнули, блять, как следует. Я смотрю, тебе весело. Кубок Дашов, ты там догонишь кого-нибудь? Да блять, 7 секунд. Меня просто сабрек иногда подтвердывает. Так что я как ГТС гоняю. Блин, то есть вам еще 7 секунд тебе точнее. Блин, я думал, вы все в кучке едете. Блять, блин, в той кучке я все уже в лидере. Мне просто до тебя 14 секунд. Хорошо тебе. Паша, это был офтрек или нет? Нет. Блин, Настя. А где наши тащилы, типа, Донцов и Алдонин? Ну, Игорь. Алдонин второй. Донцов 8-й. Позади меня. Смогли прорываться, ребята. Ну, не знаю, Донцов точно был впереди меня долгое время. Что-то мне шины, по-моему, вообще износились. Блокировка все жестче и жестче. Зачем АБС запрыгается? Ох уж этот руль Тихона. Блин, ребята, хватит слово почить, пожалуйста. Я вот сейчас уперся в Александра, но не иду на атаку по очевидным причинам. Тот неловкий момент, когда не может догнать Джефферса с одним инком, который ему остался до дисквала. А он еще жалуется, что его слово почит там впереди. Ну, типа того, да.
Давай, Саша, я в тебя верю. Я люблю рисковать. Если ты его подкрафтишь, я просто остановлюсь, он 4x получит. Подойдет? Блин, Юра, ты чё? А Юра каким идет? 34-м, я его пытаюсь на круг пройти, он что-то... Он меня не пускает. Я его за ним уже кучу времени потерял. Я Женя догнал. Чуть-чуть. Же жарко, господи. А кто это там красненький нарисовался впереди? Круговой, нет? Да. Бабулымов, как-то так. Бабулымов, да. Это он тихо, да, не пустил. Ну как? Ну спасибо. Да нет, ну он давно уже там висит. Нет, Логи, спасибо, что обрадовал. Ох, надо сейчас шифтер будет поправить. Я чуть шифтер не снял, вот это был бы провал. Нет, слушай, Фикс, мы его не очень активно догоняем. Ну, дело в том, что мы его рано или поздно догоним. С другой стороны, раз вы его не очень активно догоняете, может быть, когда вы его догоните, будет борьба, которая заканчивается, сам знаешь. Короче, надо сосредоточиться и Руслана таки догнать. Время вроде еще есть. 14 минут. За 14 минут 5 секунд можно отыграть 6. По секунде с круга хотя бы, если. Надо на секунду ускориться. У меня 3 круговых передо мной, что делать? Краш. И это будет штопор, походу, вместо встречи, блядь. Изменить нельзя. Да. О, один уже убрался, бля. Спасибо, пацаны. Блин, Руслан топит что-то. Ну он хорош вообще-то. Ездить умеет. А нет, ну я что-то себя обманул. Больше секунды выиграли у Бамбулу. Ну или как, Бамбулу. Сори, ребят. Если кто будет смотреть этот вот, я не специально. Да, но... если кто будет этот вот, он услышит все, что мы думаем о наших соперниках. Ну я вот думаю, что соперники няшечки в основном. Про обезьянник, про долбоебов, Дениса Малютина особенно привет передаю. Я ничего не думаю, если что. Ты просто говоришь, я понял. В заводе вроде уже не один раз замечен. Как будто все из обезьянника вышли. Да нет, надо, пожалуйста. Хорошо. Просто, пацаны, я тоже как бы записываю немножко, это можно будет выкладывать потом? Нет. Фига, ты там говорил, что у тебя видюха еле тянет, ты еще и записываешь. Не, ну вот сейчас тянет. Поэтому ты решил ее прикончить, я понял. Не, ну сегодня вроде как это облака, все такое, не особо солнечно. Я еще вентилятор большой притащил и на ты, кстати, меня начал догонять. Видюху завтра потащу в ремонт, я надеюсь, смогут починить до Кадиллаков. Я решил просто проигнорировать, что я тебе сказал. Да, я вижу, что я тебя догоняю. Ну, короче, Стариков пытался атаковать в последнем повороте. Круговой. У меня ничего не получилось. Еще один круговой отлетел от меня. Я понял. Они просто паникуют, видят. Дима, привет. Быстрые машины паникуют. Видят сундука на багажнике. Погоди, а что тихо? Логи, вы там встретились? Нет, я Дима сказал привет. Я сказал Тихон привет. Сорян. Меня немножечко плавит уже просто. Так, у меня два круглых в штопоре. Да ведь дисквалифицируй уже, Александр, хватит. Пожалуйста. Дисквалифицируйте, пожалуйста, вся вот эта группа передо мной. Сабреков что-то передачу внесли, кстати. 30 раз уже, блядь. На выходе из последнего. Дима, дела очень. Серега, отъебись. Чё-чё? Отъебись, говорю.
Я на Антосе столько времени потерял. Ё-моё. Просто езжай быстрее, Джефферс. Ага, быстрее, да, с одним инком до дисквала, самое оно. Ты понимаешь, что если я тебя буду обгонять, это будет хуже, чем ехать быстрее? Ой, там Буковецкий нарисовался. Он, видимо, после фрипочинки уже валит. Или нет? Да я видел, как он спинился после Т6. Ну вот да, я и говорю, что он едет за нами. Интересно, он после фрипочинки или это он просто едет ходом так? И все время там был. А, блин, это Хурсанов уже, я думал, ты... Короче, два человека. Нет, не говорил, Дима. Поздравляю. Что там, Дима? Починил Трейдинг Пейнс. Какой Дима? Костиченко. А что, он у него не работал? Да, наверное. Серег, тут передо мной круговая проблема. Я вижу. Я пока не знаю, как ее решать, учитывая, что Рейдинг заскорит. Сам нет. Он не очень хочет двигаться. Я смотрю, в круговом вообще яу. Там еще, блин, Буковецкий-то наседает. Я Буковецкого пропустил. Ох, сейчас в миллиметре, а то в трека, блядь. Буковецкого и Зрецковского я пропустил. Зрецковского? Да, Зрецковский едет. Он, Дима чат починил. О, микрофон. Давай. Да какой? Какое 16? Вы чего? Нет. Я не хочу. Ой, аккуратно. Тревайт? Тревайт. Ну и чего? Нахуй, езжайте вперед. Блин, у меня 16, ребята, не надо тревайт. Ну ты еще можешь автрекнуть? Блин, 8 минут, 3 секунды. Должен Руслана обогнать. Чё, я не понял, там какой-то абсолютно легенький контактик был с Константином. Сейчас у вас будет Крампус приезжать, Паш. Я очень рад. На круг, что ли? Они нет. Зелесковский там... с Буковецким просто валят на пару. Ну они, видимо, после фрипочинки уже. Боже мой, Соколов опять здесь. За что? За что? Блин. Руслана сломали, что ли? Что там так замедлился? Кстати, не так и грязно на трассе в этот раз. Ой, капец. Меня Владимир дисквалит. Не, Дима, спасибо. А, у меня что-то топливо замигало, сколько там? А, нормально. Я когда они пошли со мной тревайт, просто, знаешь, решил отпустить педаль газа напрямую, потому что ну нахуй. Как тебе моя техника прохождения, Серёг? Норм. На грани пиздеца называется. Тебе дополнительные очки за трюк накинут просто. Да-да-да, так, не трюха сейчас будет, не трюха, как в НФС-ке. Ну чё, Паша ударно начал сезон. Два из двух. Прости, Паша, я просто... Так, у нас с Русланом проблемы. Видит в круговых. А ты его уже догнал, что ли? Да, он что-то перестал ехать. Серега, так на всякий случай просто, да, инфа, сколько у тебя инков? Не знаю, где-то 10, наверное. Ладно. Меня Руслан просто пустил. Да, это тоже не стрелю. Это, видимо, АПС, да? Да, это последний поворот. Блин, как ты так давишь, что у тебя так? У меня минфорс просто большой. Че, боишься на атаку шелить? Блин, если я с тобой буду в штопоре тут тувайдить, то это плохо кончится для нас обоих, особенно для тебя. Угрожает, видишь? Вообще, реально.
Но при этом он не шантажирует, он пока так просто зондирует. То есть он почву говорит, что если что, да, я пойду на атаку, и тебе будет плохо. Нет, к сожалению, Дима, это не Адольф. Если бы был Адольф, мой бы стрим, капец, сколько людей смотрел. У меня уже все стекло в говне просто. У меня, кстати, тоже. Сейчас обратил внимание на это. Так. У меня, кстати, 5,1 литра осталось. Сколько нам еще ехать? Опять 5 минут. Ой. Что это там, блядь, за чудо? Юрий. Как ты сигнализируешь, что у меня один инк на дисквал? Хоть бы он стрим слушал, да. Открытый, как Питер, рукой помахать надо, наверное. Не, ну чтобы поморгать фарами, надо его обогнать и помогать, поморгать с парями. Отлично, отлично, я с одним инком. Ты можешь это, как его, личку написать? Блять, я сейчас чуть его не убил. Да, так тоже можно повестить. Давай, держи. Что у тебя один инк после удара, он точно узнал. Ну просто в Т6 тувайдит еще более плохая идея, чем в штопоре. Проезжай обратно. Ебать, что это? А, это я Антос тут. Нет! Инк! Блин. Сколько? 14, теперь у меня нет защиты от удара. Энергощиты кончились. Заносики небольшие, все нормально. Блин, у меня есть запись, короче, в гонке, когда я ехал в GT1, а вы одновременно с Логи ехали, кажется, продакшн. Логи поехала без фидбэка, блядь, никогда не забуду вот эти вот подруливания. Все, пизда, 15 инков. Мои очки! Надо, наверное, расширить все-таки зону. Я вертел, короче, вообще просто. А, ну, да. Мелкая ошибка, когда я старик чуть-чуть коснулся. Короче, вонечко. А, Тихон, я смотрю, тебя прессуют? Не, он всю эту гонку так едет. Вплохи. Шина экономит просто, чтобы потом тебя... Он 4 раза уже пытался меня. Ну тут у меня хоть теперь пустая трасса и... Не должно быть проблем больше. За 2 минуты смогу Валтуина обогнать, как думаете? А сколько тебе до него? 0,7. Сколько? А 2 минуты осталось? 0,7. 2 минуты. А, конечно, сможешь, если будешь хорошим пилотом. Серега, хватит офтречить. Я не офтречу. Да, у меня сейчас просто ты как показывал, что пылил. Но у меня сейчас не было трека. Окей. 2 минуты, я думаю, продержусь как-нибудь. Вот мне бы продержаться, знаешь, обидно будет где-нибудь на последнем круге сойти. Когда там, когда за 28 минут до финиша у меня оставался уже один инк дисквала. Уже скач. Александр Хурсанов ушел. Неужели дисквальнулся? Да, он ехал передо мной, у меня сейчас позиция будет. Серега, у тебя тоже. Ну, норм. А вы какими едете? 14-м. А, нету, погоди. Плохо. Мы Хурсанова раньше ли проехали? Позиции не изменились. Может, в следующем круге? Он же уже впереди, если вас ехал, то он отсечку пересек с позиции. Обогнал. А, ну что, Дима, понравилось? Что там, Дима? Финиш Лиман посмотрел. Лиман. О боже. Да, ну это прям... Я думал, сердце становится нахуй. Я так за Тойоту радовался, и вот... Это просто капец какой-то. Это прям как-то невероятно даже. Я не знаю, такого, по-моему, еще не бывало. Нет, я там видел видос, где Тойота точно так же остановился. А что случилось? Лидирую, это... Как она называлась-то? GT1 старая? Да, GT1.
Ни хрена себе. И точно так же на последних 5 минутах? Я видео не посмотрел, только превьюшку, но вроде да. Но она лидировала, по крайней мере, там со сколько-то времени до финиша. С большим отрывом. Нет, ну это ватно. Это в прошлом году, я говорю, наши в GTA так выиграли. Там тоже просто лидеры ушатались на последних. За 45, по-моему, минут до финиша. Но это за 45, это не за 5. Надо посмотреть, что там. Вот Toyota было в 99-м или каком-то, где с 8-м. Ну блин, как так? У меня еще сердце обливалось, когда она позапрошлом, да, или как, как, да, когда там доминировала и просто сошла. О да, я чуть сейчас не улетел, блядь, вот так. Как увидел белый флаг. Это будет очень обидно, да. Кажется, у нас сейчас Серега будет бескомпромиссная и грязная борьба, блядь. А какая борьба? Я же место под солнцем, блядь. Я смотрю, я не один накатался. Мы едем. У меня один инк до дисквала, знаешь, когда был? За 28 минут до финиша, я все еще еду. Норма, я последний инк сейчас потратил тоже, ехал с ним хер знает сколько времени. Вот. Меня тут начали проходить, чтобы не, ну, в этом самом, в Теласте, уступил место и улетел на зеленку. Все, приехал. Я вот 28 или 26 точно не помню, я потом реплей, но что-то около того. Блин, я на самом деле в начале гонки так хорошо за тобой приклеился, так хорошо висел, но потом, не помню кто, меня начал атаковать просто жутко. Просто за мной? Там... Да, я за тобой был, но очень долго ехал. Возможно, это был я. Я помню, я рядом с тобой ехал, и что-то я особо не беспокоился о том благополучии. Нет, ты нормально меня обошел там как бы на моей ошибке. А вот перед тобой тип тоже желтенький такой ехал. С красными полосками? Может быть, да. Шестое место всего лишь. Все, доехали, чуть-чуть не дожил, да? Я еще нет. У меня один спал, мне надо доехать. А я там где-то 30-й. Осталось еще 3 литра на 4 круга. Я, кстати... я доехал, блядь! Да ладно! Вы заезжали на пяты, кстати? Нет. Я довёлся. Всем спасибо. Я заезжал. Я просто... довёлся, это говно. Тихон, подрифтим? Не. Ох, ебать, и чё так потно? Ты обогнал, нет? Да. Поздравляю. Спасибо. Это несправедливо. Поди ещё лидер чемпионат. Прикол в том, что у меня задняя резина живее, чем передняя, блядь. А у меня и в той гонке было так. У меня 82 на морде, блядь. 87 на живот. Я где-то на 20 минут, на 20 кругах... На 11, на 12 кругах поехал менять резину, потому что дальше ехать я уже не мог. Я в каждом повороте к чертям сносил. Да ладно, ничего, как ты мог это купить? Ну вот, не знаю. Ну я опять же, я первые какие-то другие были. Я первых 11, может быть, но я первые 11 кругов все ехал просто отбиваясь от всего, чего только можно. Угу. У меня первые 2 или 3 круга там просто писец, зоопарк вокруг творился. Да. Это не то слово, я там по гравию объезжал. Особенно меня обрадовали, я вот сейчас не уверен, но кажется, это был Персанов, вот и Малютин. Это просто вот я вот охуеваю от таких бомб. Вот кто-то меня, возможно, из них. Потому сейчас что там я бомбировали, посмотрю. Я ебал. Я там кого-то перекрестил, когда меня пробомбировали в Т1. Так, что хотел. Кто-нибудь из вас стримирует, нет? Я? Вот. Блин, я чуть было не забыл, что в пяты надо ехать, еще на один круг не пошел. Да, я еще на один круг пошел. Повторы посмотреть сейчас. Я закрыл уже все, ноги будут меня покатывать. Странные камеры. Сейчас приду. По песочной трассе хорошо, кстати, держится. Ой, капец. Да я тоже что-то припотел, сижу весь. Да нет, я больше не от того, что припотеть-то припотел, но это не так сильно напрягает, как... Я просто пребываю, простите за... Вот, я реально в ахуе. Вот, то, что происходило в начале. Это жара. Логи там дрифтирует, как, не знаю, как боженька. Давай 360 в этом самом. 360 это не очень. 360 я и так могу. Не, в этом самом. Как его называют вот сейчас?
В штопоре. Я уже его проехал. Ну, у меня еще нет.